Yeah, I. Well, practically they can, but I think it's not wise to do. You know, I know that. Yeah. Считаю, что вообще-то номинально можно, но это не мудро. Почему? Потому что человек, который делает татуировку, он, согласно Библии, заключает определенный завет. И я, в принципе, знаю христиан, которые сейчас недовольны тем, что они сделали тату, естественно, потому что ее нельзя убрать. И я считаю, что это неправильно. Допустим, конечно, понятно, что у нас, например, в Европе сейчас ты считаешься особенным человеком, если у тебя нет татуировки. Например, в мое время люди с татуировками считались особенными людьми. Но сейчас так. Тем не менее, я считаю, что это не мудро.